Владимир Карамурза-старший считает, что его сына отравили. Об этом он сказал в интервью BBC. Впрочем, больше никаких подробностей не сообщается. Журналист и координатор «Открытой России» Владимир Карамурза-младший был госпитализирован в критическом состоянии 26 мая. Врачи сначала поставили диагноз отравления, а позже панкреатит и двустороннюю пневмонию. Из-за тяжелого состояния журналиста ввели в искусственную кому. Во вторник Карамурза пришел в сознание и узнал родных. Владимир Карамурза-младший до 2012 года работал корреспондентом RTVI в Вашингтоне. Сегодня он член российской оппозиционной партии РПР «Парнас» и движения «Солидарность». Он также является координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Добавлю, что 24 мая, за два дня до госпитализации, «Открытая Россия» опубликовала скандальный фильм о главе Чечни Рамзане Кадырове, его связях с президентом Путиным и особых порядках, установленных в Чеченской Республике.